Привет, друзья. Еду сейчас на почту. А на почту еду по одной простой причине. Мне пришла посылка. Вот, друзья, смотрите, это рыбалка. Вот мне пришла посылка. Сразу фиксируем. Дату, видите, 6 июня. Это я вот сейчас Зарику предлагал на вот эту посылку поменять велик. Завтра мы ее откроем, как я заберу на почту. И эту посылку я предложил Зарику поменять на велосипед. Вот смотрите, как это было. Короче, пока сидели на рыбалке, вот есть, короче, предложение Зарику. Мне вернулась посылка, я никогда не радовался. Так, Зарик, вот хочешь вот эту посылку, что в посылке поменяем на велик, не? Что там, бусы? Не, вот что в этой посылке меняем на велик. Один раз предлагаю. Да, нет? Блин, я подумаю. Так как подумаю? Ты скажи, да или нет? Нет. Не? Ну просто завтра посмотришь, я завтра получу посылку, и завтра посмотришь, что там, и поймешь, прозевал че не. А где смотреть? Ну я видео сниму. Ладно, ты говори, меняешь, не? Не. Дело в том, что посылка вернулась, по какой причине, я не знаю, но Зарик отказался. В этой посылке марки первого выпуска. Вот по такой цене я их продавал, можете сейчас посмотреть. Вот они, видите, почем я их продавал? Но Зарик отказался. Дело в том, что я отправлял как одну марку, так 2, 5, 10 и 20 марок. Сколько марок вернулось, я не знаю. Сейчас заедем на почту, посмотрим сам конверт. Я могу, конечно, это проверить по трек-номеру, но мне пришла идея не смотреть по трек-номеру, а все-таки добить Зарика, блин. Поменяется он или не поменяется на велосипед? И кто из этого выиграет? Ладно, пошел я на почту. Видели, да, цены, почем я их продавал? И, наверное, знаете, почем они сейчас. Сейчас они, допустим, в Украине по 4000 гривен за листок. Сколько там вернулось мне листков, непонятно. И произойдет обмен или не произойдет. В общем, я пошел на почту, а дальше станет видно. Вот он конверт, вот он, только забрал с почты, но блин, тут придется смошенничать, короче, над Зариком. Он знает, мы паковали вместе, я на конверте ставил количество марок, которое внутри, если не стоит, ну значит там одна, поэтому я сейчас возьму ручку и здесь напишу 10, и дам ему этот конверт, сейчас как приеду, дам ему этот конверт, поменяет он его на велосипед или нет. Алло. Серега. Что? Ты дома? Все пропало? В смысле все пропало? Нет, ты так пытаешься. Не, я на почте забрал конверт, собираюсь выезжать к тебе, поэтому узнаю, ты дома? Дома, биля дома. Велосипед помыл? Что? Помыл? Ну да, помыл, почистил. Конечно. А что, ты же конверт распечатал? Нет, я не распечатал. Вот конверт запечатанный, везу к тебе. Ты сейчас проверишь, он целый абсолютно. Давай так, я, короче, взвешу конверт и приму решение. Хорошо, тогда возьми весы. Окей. Ну, Зарик хитрый, видишь? Он сам сказал за весы. Но он помнит, обязательно помнит, что я отмечал на конверте цифру, сколько там марок. Я больше чем уверен. Так что он возьмет, будет его осматривать, а сам увидит, блин, количество штук. Ну, посмотрим, кто кого перехитрит. Да. Приехали, приехали. Вон он, пан Зарицкий там стоит. Здрасте. Что, еще велик не вынес? Я ще не собирал даже. Весы взял? Точно, не десятка. Весы взял? Та ще я не був дома. Ти що снимаєш, а?
Ну шо? Принимай решение. Или возьмешь весы и взвесишь. Щупает, щупает. Палит на контору, да? Да, да, проверяет. А ты шо такие? Сам дописал, да? Чтобы меня, блядь, подъебать. Шо это? Так, експертиза. Сейчас почерковзнавча експертиза. Так, це написано було сьогодні. Откуда ти знаєш, що це було сьогодні? Вони думали, що я так, ага, замічу, вам нічого не скажу і скажу, так. Все, міняємо. Так? Ні. Та як ні? Ні. Серега, ти хоч скажи правду. Очень похоже на правду. Ты хочешь сказать, что ты не ты написал? Меня с ним не было. Не, ну в любом случае это писал я. Хочешь быть правильным. А кто же за меня напишет? Ну тут, напевно, штуки дві, может. Ты можешь взвесить и потом принять решение. Короче, неси весы. Я себе несил. И типа, им ничего не кажется, все изменяется. Я не знаю. А это что такое? Так, сейчас проверим. Угу. Так, это блок F там. Понял? Ты думаешь, ты так определишь? Да. Да, там толстое что-то. Весьма толстое. Он уже сходил за весами, взял удочки, так что мы сейчас собираемся на рыбалку. Вот там конверт. Да, сент. О, дашь покидать? Нифига себе. Все приборами проверяет. Все проверяет приборами. Один лист. Сколько листов? Один. Да я спрашиваю не лист, а... А шо? Шо? На велик меняешься? А, не. Не? Мало вес. А чё она вернулась, эта посылка, не понимаю. Я? Ну ты, если меняешься. На. Не меняешь? Не за мало веса. Так, блин, так можно было и дальше, так перебодро и крепко. Оп. Показал всю технологию упаковки. Оп. Аккуратно, типа, он что-то не понимает, он там уголочку нажал. Ну, правильное решение он принял или неправильное? Я сказал, что один лист там. Его хрен разведешь. Короче, напрасно я старался писать десяточку. А он схавал сразу, да? Короче, Зарика не надуришь, блин. Ну ничего, все равно приятно, да? Когда ты продал за 12, а теперь у нее совершенно другая цена. Давайте сделаем так. Если это видео наберет 5000 лайков, я ее разыграю на стриме, вот так прям в этом конверте, эту марку. С ценным конвертом. Стой. Что? У тебя что, пленка, блядь, закончилась? Нет, ну ты сказал уже, закончилось это. Разыграю, я и погасил. Ну так после того, как говорят, разыграют, говорят какие-то условия, блядь. Но... Условия услышал? Нет, все, добавляю. Нет, а что погасил? Добавляю, мотор. Если будет 5000 лайков, я эту марку вот так с этим конвертом вместе разыграю в прямом эфире на стриме. Конверт побывал в Штатах. Обязательная подписка. Да, и все это во время войны слетало в Штаты и вернулось обратно. И марка, понимаете, да? Так что, друзья, лайкосик, подписочку и до новых встреч. Пока.
хорошо.